Последним трендом летнего сезона в Иванове стали фитнес-разминки. В субботу в парке Степанова стартовал целый фитнес-фестиваль. Участие в массовых разминках под руководством лучших спортинструкторов приняли более 50 человек. В основном дети, учащиеся вузов или горожане, посетители парка. Здесь очень фантастично, но соревноваться с детьми как-то не очень получается. Они более гибкие, то есть более активные, чем нежели мы, но мы стараемся. Фитнес-разминка – это не просто спортивные упражнения. Здесь главное – задор и веселье. Главное – зарядиться энергией и настроением на весь день. Фитнес-инструкторы подтверждают. Главное фитнес-разминки – это настроение. Настроение, которое ты даришь людям, которое хочешь передать, и хочешь, чтобы они им зарядились. И главное, чтобы люди открывались и чувствовали себя, и принимали это все. Энергия, радость. Самых активных участников фестиваля поощрили сувенирами. Для тех же, кто не смог принять участие в этой разминке, есть хорошая новость. Подобные фитнес-занятия будут проходить весь июнь, каждую субботу на нескольких площадках города. Время начала разминок – 11 часов утра. Любой желающий сможет провести это лето со спортом. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.